Всем привет. Так, попробуем сегодня пройти Соника 2 без смертей. И сегодня будет комментатор и под ником Костабрик. Позвоним ему в Skype. Так, привет. Значит, смотри, я буду, наверное, в скайпе сейчас отключу микрофон, и ты будешь слышать меня через стрим. Вот. Подожди. А, ну окей, окей. То есть тогда ты меня будешь слышать с задержкой, но зато я не буду, как бы, говорить вперед видео, ну, для тебя именно. Да. Либо могу говорить в скайп, но тогда тебе придется звук трансляции отключить. Ну, потому что у тебя же накладываться будет тогда. Не, не в скайп, давай так. Как первый раз потом. Да, то есть я в скайпе сейчас отключаю твой микрофон и через стрим будешь слушать. Да, и без задержки, все нормально. Ага. Так, включаю игру. Ну, в общем, тогда я буду стримить, комментить буду по минимуму, а Костабрик будет именно... Стой, а меня все равно слышно на стриме. Ну, тебя, естественно, слышно на стриме. Так и должно быть вообще-то. А, нифига себе. А, ну давай, давай. Вот, значит, ну, Костабрик будет именно какие-то моменты обсуждать. Ну, в общем, Костабрик, ну, комментируй как хочешь вообще, да? Мне, в принципе, все равно, я буду именно играть, говорить буду очень мало. Окей, ладно. Стой, а ты в скайпе отключился там? Да, я в скайпе отключил микрофон, то есть меня сейчас слышно только через стрим. А ты можешь там как-нибудь подкрутить, что ли, чтобы у тебя громче было слышно? Так, я вот убавил тогда громкость игры. Вот, ну все нормально, слышно, видно. Ладно, давай, давай. В общем, давай, Корей, покажите. Не, ну, я сразу говорю... Я не буду как-то стараться там не терять колец, да, или как-то там очень крутые тактики показывать. То есть цель только одна, и она одна. Это именно без смертей пройти, но никаких там вот, я говорю, там, без, чтобы не терять колец или что-то такое, вот этого не будет. То есть я иду как-то на пролом и все, ни о чем не думаю. Главное, чтобы, то есть, именно без смертей. Вот, а остальное это уже... Главное, убить. Но также я не говорю, что получится с первого раза. Вообще не факт. Ну, ты вроде и не обещал, что с первого раза все получится. Не, ну это гонило, слушай, я что-нибудь говорю и слышу тебя на стриме. Ну так, значит, ну просто отключи звук стрима тогда. А. Так, как его сделать? Ну, давай, ладно, давай попробуем без этого. Давай, звук стрима я отключаю, в общем, а ты в скайпе мне давай включи. Так, сейчас я в скайп говорю и тебя слышу в скайпе. Так, так, и... сейчас я фужен потише сделаю. Вот так. Ну, это извращение, ребят. Ладно. Привет, Задрос, кстати. Нормально вот так, да? О, Задрос, здравствуй. Я сделал сам эмулятор потише. И попал на самую-самую важную часть стрима. Это его настройка. Да, что-то неохота было просто долгой настройкой и заниматься перед стримом. Решили прям сходу раз и все. А что там, кстати, задержка? Ты сейчас взял чекпоинт вот секунду назад буквально. 2 секунды, ну, ну давай сейчас. Давай я скажу, когда ты чек возьмешь, вот. Чек. Последний. Возьмешь. Вот чек. Ну вот, считай. Эгман. Ну да. Так. Вот он все поставил. Ну сколько? Секунды 5, наверное, где-то. А, нифига себе. Ну смотри сейчас. Ударил. Ну, второй раз. Мы с чатиком все происходящее одновременно-то видим. Так что пофигу вообще.
А, подожди, а я комментирую-то. А, я ну, все нормально. Не, подожди. Что, подожди? Ой, а как? Я немного не понимаю процесс, подожди. С тобой я говорю в реальном времени, но вижу происходящее на экране... С задержкой. Задержкой в 5 секунд, получается. Да, как-то так. А, и мой голос, получается, там тоже в реальном времени происходит. Нет, ну почему? Твой голос там одновременно с моим. А, да. Нет, слушай, мой мозг не готовился к этому. Ой, Тор сладкий пришел. Привет, Тор. Здравствуй, здравствуй. Эх, как? Подожди. То есть я сейчас говорю, да, и мой голос на 5 секунд раньше появляется, чем чатик его слышит на стриме, собственно. Ну, да, какая разница? Чатику норм. А ну прикол в том, что ты, допустим, взял чекпоинт, да, я сказал, что ты взял чекпоинт, но это только через 5 секунд, как ты, собственно, взял этот чекпоинт. Ну, если ты понимаешь, о чем. Мне не важно, главное, что я играю, и все. Ну ладно, давай, окей. Эх, задержка. Какая задержка. Слушай, вот бы мне 70 мегабит. Да ладно, я их не использую. Ну что, сейчас стрим идет 900 килобит. Я бы тогда выстегивал. Ну, не знаю. Ну, а, нет, сейчас вот полторы прыгают. Ну, вообще, максимум, а? Мог ты сделать красивый чат, в общем, чтобы он был поверх игры и просвечивался. Ну, можно, и чё? Ну, не знаю, так красивее было. Да, максимальный у меня стоит сейчас 3. Ну, то есть, при случае может... А, вот сейчас... До 3200 скакнуло. Кстати, я не знаю, зачем я кольца собираю, но по привычке просто. Ну да. Из жадности. Ну да. Да, нету смысла поверх игры, если 4-3 игра. А, ну Тор как всегда. Прямо в точку. Прямо умнее всех. А, ну не знаю. Пофигу вообще. Я как-то так запиливал стрим 4-3, ничего. Вот я тебя спрашивал, почему ты сюда наверх не ходил? Куда? Сюда? Ну да. А, фиг его знает, наверное, потому что не получалось. Ну я всегда здесь хожу. Чтоб в воду не окунаться. Такому меня жизнь не готовила. Не, я в принципе знал, да, что куча ходов, а то, что можно в воду не окунаться, нет. Я думал, это неотъемлемая часть этого акта. Так что да, ты меня удивляешь сейчас просто. Режешь без ножа. Ну, это босс. Ну, да, довольно странно. О, Тейлс меня подвел, вот гад. Он не должен был ударить. Тогда я на нем допрыгнул бы 8 раз и обратно на платформу. Из-за того, что он ударил, я проскочил, чё? Эх, Тор, что там возмущается. Давай ты застримишь-то Соника второго, я посмотрю на это. Так он же проходил. Ой, он, правда, он только со второго стрима прошел, но все-таки прошел. Окей. И третьего он, кстати, прошел без сейвов. Ну, тех внутриигровых. Полную версию причем, да, насколько я помню. Ну, то есть, которая с Наклзом. Сразу, ну, то есть, ну, короче, ты понял. 12 уровней. Со второго, не с 12-го, ну да. Блин, я вот говорил, что я не буду комментить почти, да, но, если честно, привычка просто уже рефлекс. Все нормально. Я, в принципе, так и планировал, что... что все лучше некуда. А, Тор. Ухляж. Да, это я, если честно, смеялся с этого. Как-то я слышал, что тебя пухляшом называют, но нет. Ну это этот. Снап его постоянно называют так. Ухляж. Ел булочек, Тор. И тортик.
Ну ладно. Ну давай, я не знаю, что-нибудь посмотрим. Что-нибудь твои, посмотрим? В смысле? Твои игры, что ли, прошедшие. Так, слушай, а ты кучу игр-то стримил? Ну, это не такая уж куча по сравнению, например, с Тором тем же. Подожди, а какого фига-то 32 игры? В смысле, какого фига? Не должен был или что? Не знаю. Вот такие потери колец, это нормально. Я говорю, я уже не стремлюсь там не потерять, там идеально пройти. Просто без смертей. Слушай, я не знаю, почему я пропускал такие стримы. Не, я довольно недавно как-то, но я думал, ты тоже недавно. Ну, я недавно, я меньше года на СК2 ТВ. А, меньше года, это недавно, ну окей, ладно. Не, ну вон это Тор там 3 года вроде уже стримит. Тор там 5-й год, по-моему, говорил. Или 5-й, ну короче, до хрена. На СК2, то, что видел Тор, не видел никто. Тор Старк, как не знаю, как мир. Так, а тут можно посмотреть какая-нибудь, а вот. Нет, да. Смотри. А, через комменты-то, собственно. Берем ник, получается. Вставляем сюда свой. Так, ну все, казино уже. А, 4 недели, 2 дня. Окей. Я месяц, получается. С копейками. Ну для меня это довольно долго, знаешь, я уже как бы освоился. Ну я вот, у меня как бы два типа стримов есть. Номерные, то есть когда я как бы говорю номер стрима, и я как бы к всему серьезно более-менее готовлюсь, да, стараюсь там не уходить на перерывы и а, все такое. Подожди, давай лишний шум сажу. Вот. А, на таких стримах, ну, то есть, да, я говорю, готовлюсь там и все такое. А есть вот типа таких, где просто я могу что угодно себе позволять, так скажем. Вот. И в итоге тех, которые номерных, уже 103 штуки у меня получается. А, привет, Костебрак. Не грузится? Ну да, ты не слышишь. Так, ладно. Я вернулся. Кто там в чатике-то появился? Костебрак, а? Так, что-то он говорит, что-то, что у него не грузится, смотрю. Костебрака? Ну, видимо, скорее помехи с... А, стой, у меня тоже не грузится, кажется. Как, а ты только что не смотрел? А, ну я же ник свой забивал, да посмотреть, сколько я на этом. Выключил, сейчас обратно вернулся и... Что, дропов нет? В общем, где количество зрителей, там 4 черточки. А, собственно, нету кнопки старт и... Как? А, это, видимо, может, Goodgame лагает? Стоп. Ну, стрим идет, поток идет, потери кадров 0. 0? Битрейт есть, зелененькая горит в ОБС. Ой, но счетчик зрителей показывает у меня тоже 0. Ну, а у меня... Нормально? А, ну, норм? Мало, чай, я кота покормлю. Ну, и вернусь, в общем. Он заслужил. Ну, я продолжу пока. Ну, в общем, давай. Не, сейчас ну раз у хотя бы одного норм, то значит, видимо, со стримом все в порядке. Окей, сейчас поперезагружаю весь этот процесс. Блин, ну, я не знаю, ну... Могу-то кибергейм поставить, если надо, но что-то мне кажется странно. Ну нормально же стрим идет, все, поток идет и у Тора норм. А Тор, напиши, может попробовать другой браузер пусть. Ну или кто-нибудь там напишите. Я могу старт-стоп стрима сделать, ну, точнее стоп-старт. Все, что напишите, я могу сделать, в принципе.
Ну давайте разбираться, почему. Так. Сейчас я попробую сам запустить свой же стрим. Так, рекламка Так, включилась. рекламка. Да это я свой же стрим запустил в плеере. Не, у меня работает. У меня работает. Ну-ка, сейчас даже F5 сделаю. Ну А да, вот кстати. после F5 не работает. Как так? А что за F5? Ну, обновил страницу. А, да, я, кстати, тоже обновлял. А, ну, good game, да, такой good game. Ну блин. Не вопрос, смогу на кибер, только мне надо на СК2 ТВ, тогда надо плеер переставить. Ну Сейчас. а что ж ты сразу-то на кибер не Ну начал? потому что меня кибергеймер отражает. Дурацкий. Глючный. Ну хотя вот Good Game, походу, не лучше. А вот как раз-таки кибергейм меньше людей используют, и нет вот таких проблем, что серверы не так нагружены, как на гудгейме, допустим. Но и тот плох. Так, я поставил кибергейм, но стрим идет пока. Я ничего себе. Слушай, краборукость, видимо, Все, запустил стрим. ко всем вещам относится, не только. Так, надо в чатик написать. А, чё я звук-то включил? Так, все, F5 нажал, написал в чат. Все должно работать на кибергейме сейчас. Ждем, Да. пока в чате отпишется, что работает. Ну, я тебе говорю, что работает. Так, ну ладно, видимо, Костебрака тоже должно работать. Так вот, у нас есть две интриги в этом прохождении. О, как Тейлз это заключила. Первая интрига — это босс-казино. Не факт, что я его пройду без А, смертей. стой, еще одна интрига. У тебя немного подлагивает он. Потери кадров идут. А, ну все, уже вроде, уже нету. 78 кадров потеряно. Ну, нормально. Так вот, значит, две интриги. Это первый босс казино. Возможно, что я его не пройду без смертей. Ну, бывает иногда фейлю. И вторая интрига это босс самолета Wing Fortress. Тоже иногда бывает. Ну, плохо я его знаю, потому что я обычно на суперсонике на нем уже. Ой, А, кстати, ты извини. покажешь суперсоника-то? Нет, и на суперсонике очень просто. На суперсонике я точно без смертей пройду. Вот, а вот без суперсоника не факт. А, ну давай так, ты сейчас заспидранишь, в общем, без смертей, а потом, если время останется, то можно суперсоника посмотреть. Потому что я как бы не прочь его увидеть. Ну, я не против, в принципе. Да. В принципе, время еще И будет. заспидранишь неправильное слово. Да, Э, я не, спидранить я не некуда. спешу. А, ну ладно. Ну ты вроде говорил, что кольца собирать не будешь. Ну-ка, я что, собираю, что ли? Не, ну просто как бы я не буду специально на это время тратить, но это не значит, что я сверхбыстро бегу там и супер А для тактики. меня это значит спидран, в общем, ладно. А, ну ок. У меня, да, быстренько пробежаться по платформам, тоже спидран. Пропустить, не убить моба, тоже спидран. Все, спидран. Так. Я бы и третьего Соника запилил, но не хочу тебя спойлерить и подсказывать тактики, пека-пека. А, ну да, в принципе. В принципе, да. Так, ну ты уберешь 50% мучений в таком случае. Да я вчера там, блин, лоб разбил, пока ты этого босса лесного, сада проходил. Ну, это, как его, Marble Garden, или как, блин, забываю, который называется. Ну, короче, ты понял, на котором ты висел 2 часа. Ну да, вроде да. А мне помнится, что это спидранил-то эту игрушку за 10 минут. Я Кто чуть... спидранил? Может, вы не на тот стрим вообще заходили? А, Тор, ну пойдем. Сегодня я упоролся довольно-таки нормально, так что, наверное, повешу до часов 4. По московскому это будет до 2, в общем, ладно. О, застрелил. Сейчас. Ну ладно, не критично.
Ладно, с Удалом закончим, в общем, я пойду третьего Соника стрим. Что-то интересно. Только вот печально, что музыку-то из Соника не слышно. Да, ну что-то я не слышу. А что не слышно музыку? Музыку из Соника-то я не слышу. А, ну это только ты, ну... Чем-то надо жертвовать. А, в час он ляжет спать. Ему яу. В смысле, что ты? Да, Костебрак, Стабрик. Ну. Пару гласных там отличается и все. Костебрак, ну. Ну зато смысл вообще раз. А у слова Костебрак есть смысл? Может, я не вкусно? Да, бракованные кости. Брак костей. Да. Ну, кости по-английскому не так. Дефект костей, что ли. Блин, чатик зачитался и что-то чуть не это. Не, давай чатик я буду читать. Ну тогда слух читай. А, не. О, Инферно пришел. Сладкий. Ну давай, Инферно. Ну, не то чтобы челлендж, ну да. Типа того. Ну, как бы просто я решил показать Костебраку, ну, потому что ему интересно, наверное. Вот, Инферно, теперь тут твои советы точно не понадобятся. Что ты теперь-то будешь делать без советов своих, а? Просто молча сидеть, видимо. Да, наконец-то. Я знал, что этот момент наступит, когда совет Инферно уже... Да ладно, может он чем-нибудь что... полезное еще не советует. Да нифига подобного. Эх, так. Хотя да, вообще, конечно, я не знаю. Есть ли какие-то вещи, которые я не знаю про Соник 2? А, так ты не кореец? А, ну, относительно Соника. В смысле? А, ну ты говоришь, 1000 раз проходил. Как? Ну, ты не знаешь, что ты... Я говорю, вряд ли есть вещи, которые я не знаю про Соника. А, ну окей, ладно, недопонял просто. Зато фейспалмы не придется ставить, окей. Отшутился, смотрите на меня. Ну дешевая шутка, знаешь. Блин, ну это пофиг, это ж не жизнь. Ха-ха-ха, выспал. Да ладно, на-на-на-на-на, РББ. А, кстати, РББ, это же жанр, это стратежки, да? Или нет, РББ это Random Boss Battle у Тора. Это супер проект Тора. Окей, супер уникальный, супер... Супер индивидуальный, что ли? А, ты же мне тактику эту посоветовал. Ну да, я так с детства прохожу. Если честно, я даже не умею по-другому. А тут же всех боссов, да, так можно заспамить? Ну, не все. Ну, некоторые. По-моему, разрабы запилили так, чтобы всех можно было. Не, нифига, на нефтяной ты так не сможешь. А, так нет, я же видел, я багал его. Ну так-то все равно за два заплыва, то есть. А, ну все равно-то без шансов ударить меня каким-то либо образом. Тебе об этом говорю. А, я думал тебе, что именно 8 раз подряд, чтобы ударить. Не, это... Ну, понятно. Так-то понятно, что любого босса можно пройти, не потеряв кольца. Но мне такого даже во сне не снилось. Так, сейчас я кольцо сейчас потерял только на боссе этого, казино и вот на этом. Ох, действительно. На этом уровне тоже есть вероятность, что меня случайно где-то прижмет. Я, конечно, постараюсь этого не допустить. Но бывает иногда так, ну просто случайно что-то хоп там прогляжу и все. Подожди, сейчас... Тут никак не могу вникнуть-то в задержку, блин. А получается, я как бы в будущем сейчас, да? Говорю, ты сейчас где-то на 5 секунд дальше, чем вижу я. И голос мой тоже на 5 секунд дальше, чем я вижу.
Да, у тебя, ты видишь видео, которому уже около 5 секунд. Что-то дропов много, что-то меня кибергейм не радует. Ну, 2843 дропа. А, ну может ABS неправильно настроил. Ну, фиг его знает. Коряво там. Да, именно Тор, слово почим. Мне как-то физика такая не очень сильно дается. Физика? Ну не знаю, ну физика же. Именно задержка, не химия же. Но тут физики тут мало. Мы же про физические каналы интернета не обсуждаем. Мы про время обсуждаем, а Но время же время это... физическое. Ладно, короче, не буду спорить. Который смотрит настройки от Адольфа. Чё он там пишет? Я критикую настройки от Адольфа, потому что у них столько ошибок было, ужас. Единственное, что я оттуда узнал, то что можно в ABS Shift и Alt зажимать при изменении сцены. Там будут разные фичи. А чё он там пишет? Ты на меня как-то некогда смотреть, неохота оставил. Ничего значительного вообще. Если что-то будет интересно, я прочитаю. Прям уделю внимание. Заметно подлагивает, пишет. Заметно подлагивает. Сейчас босса пройду, разберемся. А, он меня заметно не подлагивает. Очень у меня интернет. Ой. За лоу. Блин, он обтейлся, ударился. У меня такого еще не было. Ну, главное, чтобы без смертей. Что-то тебя тихо очень стало слышно. Ну, прям вообще явно. В два раза тише стало, или в три. В два раза тише? Да. Нет, это с твоей стороны, потому что я просто даже не касаюсь клавиатуры и мышки. Так, а как может быть с моей стороны? Сейчас, подожди, а давай я усиление, пожалуй, поставлю микрофона и... Что у тебя за звуки там? Да КТ пришло, орёт на меня. Понятно. Неприятный тембр у КТ. Ну... Давай, давай. Так, уровни, да? На 30 усиления поставим. А, скайп автоматом звук, думаешь, крутит? Ну, сейчас посмотрим настройки. Так, ну что, изменилось-то что-то? Ну, вроде, да, нормально стало. Нормально? Ну, давай. Нет, тут нету автонастройки, у меня же этот винертешный скайп, а не десктопный. Так, а что делаем с дропами? Надо что-то сделать, потому что мне очень не нравится. Реально, наверное, подлагивает. Но оно прям красным показывает. Так, ты так и не ответил, что такое FME? Сейчас вот так. Суперфаст у меня стоит предустановка. предустановка. Окей. Понятно. Но Google тоже не помогает. Что же Тор имел в виду-то, а? Может, он такой криворукий-то допустил опечатку? Тор, а какой интервал ключевых кадров на кибергейме? У меня ноль стоит авто. Странно. А, у меня качество 10 стоит. Он про баруки, Можно 8 окей. поставить. С этим я согласен. Так, без понятия. Ладно, ну не знаю, сейчас я поставил только качество 8, но это надо стоп-старт, наверное, сделать, да? Ну и так все было неплохо-то. Не, было плохо, было дропов очень много. Сейчас, секунду. Вот мы остались наедине. Только я и чатик, окей. Так, Тор. Flash Media Live Encoder. Ну давай. Ладно, я продолжаю.
Так, мы до Уиллоушена уже дошли. Я надеюсь, здесь не будет никаких сюрпризов. Так, опять дропы пошли. Ну что такое? Вот тебе и 70 мегабит интернета, а дропы, блин, идут, как будто у меня дно какое-то. Что за инкодер-то, а? Ну, флеш-инкодер, ну, блин. Короче, вместо, ну, как ОБС, то же самое. Ну, или... А, только типа мега-хардкорный, да? Окей, ладно, все дошло. Дошло, дошло. Поставить 3,5 битрейт? Или что? А смысл? Да нет никакой потери-то. 51 кадр потерян. А, ну и что вообще? У меня до 1000 бывает доходит за стрим. Это не критично же. Я поставил 3500, но у меня еще этот X364 суперфаст стоит. Можно поставить фастер. Ок, сейчас стоп-старт. Нет, как раз таки Тор у меня идеально настроена. Я смотрел свои воды на Кибергейме, и они довольно смотрибельные. Ладно, я поставил, как он советовал, блин, отвлекся вот. Ну, хотя какая разница. На кольца мне все равно. Жизни мне не нужны. Кольца нужны только вот, чтобы жизни потерять, и все. Подлаги каждые 5 секунд. Это он про тебя? Да, про меня. Слушай, мне что, правда такая забагованная трансляция-то? И что, сейчас лагает? Нет, я про нет, себя. Нет, вон там пишет, а видишь, мы, лагает. Мы он говорит, у Костабрика не лагал, а тут лагает. Но у меня сейчас ноль потерь кадров. Спасибо, сладкий. У меня ноль потерь кадров, спасибо. Если что. Это у Тора все лагает на моих стримах. Видимо, краборукость-то не может переходить по такому каналу маленькому. Вот и лаги происходят. Он своей аурой краборукой-то поглощает скилл. Сейчас вроде нормализовалось. Да, по-моему, с самого начала все нормально было. Нет, ну не было нормально, были же потери кадров. Ну я сейчас смотрю, никаких потерь нет. Ну сейчас, потому что их и нету, лол. Нормально, ладно. Нормально, лол. Вообще от души, лол. Сейчас вроде нормализовалось. Ну, за 4 часа 1000 дробов, это не страшно. Ну, вообще, как бы, должно быть 0, на самом деле. Ой, да ладно. Я раньше стримил, у меня было всегда 0. Потом что-то стали идти, не помню, с какого момента. И не помню, почему, и не знаю, почему. Чуть-чуть набегает. А раньше прям было всегда 0. Да я 4 часа стримлю, смотрю, потом 0. Тор. Тор. Тор займется суицидом. Зачем? Эх. Ну не знаю, его. Это единственный выход. В его случае. Почему, если у тебя подгорает от комментариев, то он должен суицидом заниматься? Ну окей, ладно, тогда я займусь. А, Тор траль, траля, за-за. Смотрите на него. Видимо, хочет меня разозлить этим способом. Окей, ладно. Я уже злюсь. Да что-то незаметно, что тебя вообще можно разозлить. Я там... 1000 фейспалмов ставит постоянно, а ты вообще норм, по-моему. Просто фейспалмами я обмазываюсь. Инферно не без дамага, а без смерти. То есть кольца я теряю, это пофигу, а вот смерти, да. Пока что не было ни одной. Нет, ты знаешь, как Half-Life без смертей. Блин, вот Тейлс опять мне подпортил. Только Соник. Чё это? А, ты же говорил про то, что это читерская тема с Тейлзом играть. Да надо было отключить, он мне мешает. Ты заметил, сколько раз он мне помешал? Надо было его отключить. С ним сложнее, походу, в некоторых ситуациях. Потому что он мне вот уже реально несколько раз помешал просто. Ну не знаю. Каким образом-то?
Ну вот на боссе втором он мне сбил атаку. Сейчас он мне раньше меня уничтожил вот этого, не знаю кого, розового шарика. И из-за этого я не подпрыгнул. Ну короче, блин, мешает иногда. Ну думается мне без стелза я проходил еще бы недельку, Соник. А что, он тебе помогал что ли? Да, очень помогал. На боссах особенно дамажил, просто страшно. Вот на боссах он мешается. Я и так на боссах дамажу, он мне не нужен. Ну я здесь такой же темой пользуюсь. Лень заучивать Метрополис. Так, вы на что? О чем точнее? Давай ты запилишь. А, он имеет в виду именно без потерь колец даже, но это жестко уже. А, слушай, классно. Классно, когда тебе кто-то что-то объясняет. Обычно я частенько не понимаю нифига. А ты, слушай, понятливый человек. Так он же написал, речь шла-то выше о чем. Он говорит, не хочешь попробовать без дамага пройти? Тор отвечает, давай ты запилишь про Инферно. До меня не дошло. Че, я один прилетел вверху-то, сверху-то хотел, не понял, а че. Вот это вот я уже не понял, что-то. Как дебил? Один сверху торчал? Почему как, спрашивать? Я не понял вообще, о чем. В данном случае не надо ставить как. А, на боссе он сверху стоит. Я понял. Да блин, вот опять Тейлс, ну посмотри, что он делает. Сейчас мне этот жучара кольца отнимет. Так надо было подождать, пока он опустится. Ну так я и подождал. Неубиваемого братишку. Спасибо. Он все-таки как-никак семья. А, да, от Инферно я бы с удовольствием посмотрел стрим. Это будет интересно, надеюсь. Стоп, а Инферно вообще что-то стримит? Я что-то никогда не видел, если честно. Нет, не стримит. Ни разу. А, вот этих вот крабов я очень не люблю, и стрекоз этих. Вот на них я постоянно кольца теряю. Но кольца не жизни, так что, в принципе, пофиг. Как-то без музыки Соника как-то аж не по себе. Странно, это было не запланировано, если честно. Так, у меня... Что-то я без колец вообще непривычно, если честно. Соберу-ка, пожалуй. А, танки. А, ни разу не смотрел стрим по танкам. Ну, они вроде распространены, да? Да, в чем говорит, я тестил, чтобы стал стрим через эмуль другого игрока. Стрим через эмуль другого игрока. Давай. Я не понял. Я не понял смысла вот что-то. Так прочитай еще 5 раз и поймешь. Обычно помогает. Стрим через эмуль. Вообще, а что такое стрим через эмуль? Ну, собственно, сейчас происходит стрим через эмуль. Нет, стрим через ОБС идет. Это игра через эмуль запускается. Ну, он, наверное, это имеет в виду-то. Ну, вот я не знаю, что он имеет в виду. Так второго варианта-то и не дано. Лагать начало, дропов ноль. А, в скуйпе напишет оно. Интересно, интересно. Слушай, а может Тору позвоним еще? Ни разу с ним в скайпе-то не сидел. Да, вряд ли он захочет. Да, куда он денется-то? Ну, если хочет, пусть звонит. Мне все равно. Пусть хоть 10 человек звонит. Сколько там скайп позволяет. Я, наоборот, могу помолчать, но не норм. Тор, ты лучший, просто лучший. Так, ест. А, довольно часто ты этим делом занимаешься, Тор. Пора бы завязывать, слушай. Видимо,
находит где-то хорошую еду. Видимо, да. Ну послушай твой чав. Кто-то мечтает там послушать чавканье Тора. Тора, а у тебя неужто кушать это процесс на 2 часа? Или что? Ну поешь быстро и заходи давай. Ну как видишь, уже Метрополис вторая зона, пока бессмертие, да? Ты в принципе здесь, по-моему, где-то сливался. Не, или ты как раз таки Метрополис, по-моему, бессмертие, да, проходил? Или нет, что-то не помню уже. А, да, бывало такое, что бессмертие проходило. Во сне пару раз. А где ты сливался-то? А, да где, везде, если честно. Всюду просто. Любой момент, где можно слиться, я там сливался. Да. За эти 12 дней. Ну я просто только пару последних стримов видел, я не все, то есть я раньше вообще тебя не видел. Ну, стримы, да. Это логично. А я, кстати, не понял, как тебе на стрим попал, что-то. Это, по-моему, мне Тор ссылку дал, что ли? Нифига, Тор занимается моей рекламой. Нифига, Тор, ты вообще красавчик. Это лучший пухляш. Что-то я там, по-моему, про это, про Соника из Bosch, и что-то мы разговаривали, и типа он как-то сказал, типа, да вон там Соник страдает или что-то такое. Ну, и твой стрим там. Слушай, а собственно тут вот по твоей части проблемки-то. Моей? Да, лагает. Инферно говорит. Ты, видимо, битрейт чересчур завысил. Нет, и как бы... во-первых, битрейт максимум до 200-то, сейчас я вижу, скачет, и дропов 0. Ну как так? До 2 мегабайт? Мегабит. Ну вообще, настройка стоит до 3,5, но по факту я не вижу, чтобы до 3,5 скакало. И в любом случае дропов 0. Так, я вот поставлю сейчас эту надпись, чтобы видно было, что стрим идет. Так. Говорит, разговор. А ты уверен, Инферно, что дело не у тебя что-то? У других тоже отрывками? Ну, у меня нет. Ну, ты без звука смотришь. Ну, это не критично. Главная картинка-то. Не знаю, у меня, ну настройки, ну что тут настройки, ну не знаю, у меня не пишет немедленное кодирование, не пишет, ни потери кадров не пишет, и OBS зеленым показывает этот, где битрейт, то есть все прекрасно, 50 кадров в секунду, битрейт там. А, ну тогда делаем у Инферно, то есть что мы паримся вообще, никто больше не жалуется, не все нормально. Я и так уже плеер сменил. Торкость и брак все нормально смотрят, да это делаем в Инферно, все, Инферно. Ну не судьба, прости. Все, давай, поместись. Видимо, оборону покачает Инферно. По-любому. Жалуется. О, нифига ты догнал там. Шик. Ну да, бывает. Блин. Тейлс более удачлив оказался. Как видишь, жизни собирать вообще не нужно. Я их не собираю, а у меня их все равно 8 почему-то. По очкам, наверное, или еще что-то. А, по коль. Ну, по кольцам, наверное, я же сотки собираю. Не, по очкам скорее. Ну, по очкам как минимум 3 жизни ты уже нафармил. А плюс ты еще в секретку заходил на первом левеле, и это заметил. Да, случайно просто. Подметил, так сказать. И, нет. Видимо, 2 жизни. Ну, видимо, кольцами ты поднял. Я не хотел ту секретку, она просто сама зашлась. Мне нравится, как Тейлс летает. Ну, тогда тебе прямиком в 3-ю часть. Почему? Так там же и есть фича с полетом. Не, ну ты видел, как он сейчас летал? Как анимация ходьбы. А. Нет. Да ладно, ты не обратил внимания.
Это частый баг, кстати, когда. Вот сейчас он летит, у него хвосты вертолетиков. Да, наверное, что-то с интернетом. А Тор почему-то полдня удивляется, что у него инет работает, а я так и не понял, как он. В смысле, не понял, шутки, шутки за 1000 в чате, окей, окей. Уже у меня гран... Давай, давай, я прочитаю это. У Тора грандиозная идея Прайма. Она заключается в том, что он будет во что-нибудь играть, а я учить его русскому языку, собственно. Mm-hmm. Это получается двойная польза, вы. А, нет. Тор станет грамотным. Нет, смотри, польза от есть от русского языка, а какая польза от игры Тора? А, ты говоришь, двойная польза. Двойная польза. Ну, значит, одинарная польза, в общем, да. А Тора нету пользы. Тора спасет только суицид. Тор бесполезен. Будет Бошу. А, Тор, давай, давай, Бошу. Давай, Тор, если я сейчас пройду без смертей, то тогда не будет стрима по Бошу. Внеплановая отмена стрима по Боши. Ты против? Боши? Я против. Потому что он меня догнал. А, стой. А, ну ты... Ну ты разве не получишь удовольствие от страданий? Я не хочу спойлерить себе игру дальше. Он дошел до того же босса, что и я. А, если, да он его все... если он его пройдет, то я увижу, что дальше. Я не хочу, пока сам не пройду. Там же все довольно однообразно, в принципе. Да нифига себе, игра очень разнообразная. Окей, окей. Так, Тора, ты планируешь сегодня, что ли, стримить? Ну давай, слоупок, давай быстрее отвечай. Ты можешь, я знаю, ты можешь быстрее. Давай, давай. Клавиша за клавишей. Отложи, отложи пирожок. Так, ну что, мы до босса дошли? Я вообще тоже по вечерам не стримлю. А вот по вечерам как раз таки самый сок, на мой взгляд. Мне довольно это нравится. Наверное, почаще будут и делать. Не, Инферно, не смотреть стримы от Тора, это сложно. Блинчик с мясом, ну ладно. А, видимо, у него еще и торты с мясом, и хлеб с мясом, и варенье с мясом. Вот мы и нашли первопричину твоей пухлости, Тор. Так, а его же можно заспамить-то. Я не хочу рисковать. Мы же не на скорость играем. Ну окей. Я лучше размеренно, но если случайно кольца сейчас потеряю, то тогда... Ну, буду спамить. И, ну, когда у него останется 2-3 шарика, тогда я попробую. А сейчас пока не буду. Ну, Тор, ты сегодня в ударе, слушай, да. Смешно, действительно. Я бы не сказал, что шутка за 1000, но за 800, да. 800 я бы положил на нее. Вообще, как видишь, этого босса можно без потерь колец пройти запросто. Да, это даже мне удавалось-то. А, да? А мне казалось, ты всегда пытался спамить. Первое время я не знал, как он себя поведет, и поэтому спамил. Ну вот видишь. А потом, когда я уже растерял кольца как-то, и думаю, ну давай подождем, что из этого выйдет. И, собственно, узнал его тактику. Ну ты попробовал, не получилось. Ну главное, что жизнь не потерял. Так, а сейчас самолет, да, будет уже? Ну, или маленький, нет? Да, вначале SkyChance. Мы уже близки к финишу. И близки к моменту, где не факт, что я пройду без смертей. Вот именно босс следующего уровня, вот. Ну ты понял, где лазер этот долбанный. С долбанными платформами корящимися. А, на мой взгляд, он не такой уж сложный. Ну, не знаю, я просто потому, что я его очень... Это, я не... блин, фу, то есть симулировать мысль надо. Не будучи суперсоником, я его очень давно не проходил. Я всегда на нем проходил суперсоником уже очень долгое время. Поэтому я его практически тактику не ощущаю. То, что я на нем кольца потеряю, это 100%. Ну, 99, да. Вообще-то это я рассказал кое-кому про эту тактику против босса, говорит Инферно нам. Какую тактику? Намекает нам Инферно. Про какую тактику? Против вот этого, который сейчас будет босс, или про который был? Ну, думаю, я его понял. Он
Он, в общем, хвастается, что он меня научил убивать какого-то босса, видимо, предыдущего. Ну, окей. Ну, точно не меня. Я как бы точно не на твоем стриме научился босса проходить. Ну, это явно на моем стриме. Такому не учат. Скорее учат, как не стоит проходить босса. Так, ну, Инферно, да. Стоит отдать ему должное. Так, надо от вентиляторов уворачиваться. Не знаю, почему всегда это делаю. А по-моему-то они... Да, надо, они, не они не дамажат, но... Я уворачиваюсь от вентиляторов и от огня. Ну, я вообще не знаю, что можно двигаться в этот момент. Как это? Ну, не знаю, он на центре всегда стоял и... И все, я отпускал геймпад. Бывает. А, Россия, замкадная область, город Пушкино. Нифига себе, я как-то жил на улице Пушкина. А есть такой еще и город. Но это не связано с писателем. То есть? Ну это Пушкино это? Город. То есть, типа, там был когда-то завод очень крупный нет, по производству пушек? Знаешь, точной информации нет по названию, но самое вероятное, вроде что был какой-то там по фамилии Пушка. И что-то он, типа, вроде как один из основателей, что ли. Ну, что-то такое, фиг его знает. Ну, короче, ну, это... такое, ну, короче, да. Всего лишь основал город, подумай. Не, ну я в плане, что это с писателем не связано. А, ну ладно. А, что еще у тебя есть интересного тут? Не, а неплохо, да? А замкад это плохо, да, по-моему? Не, ну как бы Москва есть, а есть замкаде. То есть за Москвой, да? Ну, когда за границей Москвы, короче... Ну, Московская область, короче, проще говоря. Это я так просто написал. Ну это как идет скорее не город, а. Нет, почему город? Ну просто маленький город в области. У меня до Москвы 17 километров. 17 км, ну не так уж и много. Ну хотя Москва, она сама по себе-то. Ну, короче, я, когда мне нужно, по желанию, езжу в Москву и все. На машине или на автобусе, или на электричке. Ну, то есть это. Как бы, считается обычным делом съездить в Москву, там зачем-то купить что-то или еще что-то. На машине на своей? Ну да. Ой, нифига себе, ты крут, просто крут. Да, чё крут, ты же не знаешь, какая машина. А, ну, старенькая Toyota. Я что-то потом на Дальнем Востоке, что ли, жил? Зато я на нем живу. Окей. Ну, у меня просто совсем другие машины ежедневно видятся. Что я не знаю, на чем ездят обычно в России матушки. Да, девятка у меня до 2002 года. Так что плохого-то? Да ничего плохого, мне нравится. Ну просто это не BMW там или что-то такое. Ну ладно, отвлеклись, да, мы от Соника что-то. Окей. Ну ты тащишь, безусловно. Тут не прошло и 10 минут, по-моему, ты уже прошел игру. Нет, ну, ладно. Прошло, на самом деле. Вот и босс, фиг его знает, сейчас пройду или нет. Но у меня еще защита есть и 87 колец. Надо попробовать. А, у меня, кстати, знакомый завтра уже получает приору, так сказать, с автосервиса. Сегодня так. Он заказал, оплатил ее. А, прикольно, сейчас, стоп, я считаю просто удары. Три уже удара. Так что русский автопром рулит, ребята. Ну да, чинить вообще очень легко. 4. Буду лучше потихоньку, но верно. Ну это моя тактика, безусловно. 5-6. Два удара осталось, но я думаю пройду по-любому. Не потрачу же я и кольца, и оболочку на двух оставшихся ударов. Так, а 8, да, ударов в общем? Да, все, последнее. Я даже дамаг не получил. Ну все, считай, что я думаю прошел. Ну вряд ли я на ДСЭГе солью, конечно. Так, для понта возьму жизнь. Просто так. Ну почему бы и не взять? Ну все равно я тратить их. Если хотя бы одну потрачу, это рестарт или нет. Рестарт? Ну мы же без смертей проходим. А, окей. О, зацените. Соник 2 без пертей, со-комментатор Костобрик. Только сейчас заметил. Сейчас, по-моему, изменил, поначалу не так было.
Блин, только бы не затупить на ДСЭГе, потому что иногда бывает, что-то заклинит, и, ну, редко, но, блин, особенно, когда на стрим, то немножко волнуешься. Да ты тор со своим будет, не будет, будет, не будет, уже все ладно, желание. Ладно, все, давай я сосредоточусь. На мертвом яйце, окей. Раз, два. А, так я же отстаю на 5 секунд, точнее, не буду озвучивать. О, нифига себе, ты спамишь, слушай. Так можно разве? Нет. Ага. А я по одному удару-то. Удавалось мне это делать. Я же тебе говорил, что можно по два. Ну да, но ты говорил с биндэшем. Все, этого я буду проходить долго и нудно. Я не буду торопиться, да ну нафиг. Лишь бы пройти. По два удара буду наносить. То есть, ну да, вот это сейчас раз, два. Так, в общем, 12, да, ударов? Да, то есть осталось 10. Так, а зачем прыгать-то? Да просто. Привычка. 4. Больше будет, больше не будет. Экатор. Да, инферно. Инферно говорит, что именно так должно выглядеть, собственно, прохождение так, игры. 5. У меня музыки нету, и довольно это интересно смотреть. 6. Половина есть. Ну ты в принципе вытащишь-то, что волноваться-то? Даже я прошел без проблем. Без проблем? Окей. 7. Я знаешь, чего боюсь? Вот иногда случается такой баг, что ты, когда его бьешь, проскакиваешь в его, ну, в его туловище и все, погибаешь. Тор, тебе это докажет. Тор, да, да, Тор сладкий вообще, умница Тор. Так, сколько уже? 8 уже, да, ударов, по-моему? Да ладно, бей и не ошибешься, что уж там считать-то. Числа — это скука. Днина Донская ему доставляет. Ай, Тор. Ай, молодец. Беспросветный крабизм. По-моему, два раза осталось. Ой, чуть-чуть не закрабил. А чё, как не закрабил, в смысле? Ой, если поздновато чуть-чуть, что-то выбежал как-то. То сейчас придавил мне. Всё, последний удар вроде как остался. Так, раз. Два. Ну все, отлично, просто отлично. Все, прохождение бессмертия. Теперь я точно знаю, что я Соника 2 могу пройти бессмертие. До этого я был не уверен, потому что я ни разу не специально не смотрел, я, то есть, погибаю или нет, когда прохожу. А сейчас. А теперь давай, собственно, покажешь мне Супер Соника. Да можно. У тебя это с первого раза, думаю, получится, да? Да, конечно. Ну там есть один, короче, бонус, которым я буду крабить, потому что он что-то сложный. Но это не значит, что я не пройду, просто я его буду, ну, с нескольких попыток там пройду, где-то, может, с 5, ну как получится. Ну ладно, давай. А потом уже я пойду третью часть постримлю. Если, конечно, Тор не будет больше стримить. Если Тор больше, то я все отменяю, все дела. Не, все, Тор больше не будет стримить, я же прошел без смерти. Смотрим, а титры уже пропустим. Хорошо. Титры довольно скучные.
Да, больше не будет. Окей. Супер крутой Соник. А как там рестарт идет? Control Tab. До моего следующего стрима, ну блин, что-то мало. Может, я месяц не стримить, а? Не, давай, 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 стрим, стрим, стрим. Эмералд Хилл. Почему читер? А, в плане не стримить? Сейчас будем все колечки собирать. Ну там не обязательно все, конечно. Ну, я буду все. Ну, не все, ну короче, я знаю, что собирать мне. Так, а на этом акте 2 или 3, да, челленджа? Я точно не помню. Так, телевизор. Один точно я знаю, сверху есть. Ближе к началу. Так, все, полтос есть. Вот он, да, да, да. И именно про него я и говорил. А, ну давай, давай, покажи. Я не знаю, почему ты называешь это челленджем, я всю жизнь это называл бонусами почему-то. А это с первой части приелось, челлендж, челлендж, челлендж. В первой части она, по-моему, так и называлась челлендж. Или мне гуру-советчик говорил, что оно называется челленджем. В общем, приелось. Ну вообще это называется бонус стадж официально. Это я помню, это же написано даже... В выборе уровня, меню выбора уровня. Ты же знаешь, тут коды есть на выбор уровня. И дебаг режим тут есть очень веселый. Когда можно объекты ставить на уровне, какие хочешь, где хочешь. Ну, короче, типа редактора уровня. Ну, вот это вот я и не знал, но я догадался, что есть читы, как и в любой другой игре. Я тебе потом дам ссылку, я записал видео, где я, короче, баловался этой штукой. Возможно, тебе будет интересно посмотреть. Ну, там всякие прикольные моменты. А, перевод слова челлендж. Давайте я без палева зайду в translate.google.ru. Ну, я, например, знаю. Ну, так, говори. Сейчас, подожди, подожди. Сейчас. Ага, вызов. Да, я успел. Без палева. На самом деле, я не смотрел, ребят. Точно, Inferno. Special Stages, а не Bonus Stages. Да-да-да-да-да. Тогда это... Special. Получается особый уровень. Спешл уже особый. Ну специальный, это не перевод, это транслит. А это с чего еще? Сейчас Google нам поможет. Так, вот забиваю переводчик специальный, собственно. И выдает перевод Special. Так что нет, это никак чего? Не... Ну, выдает слово special. Так ты с английского на русский переводи. Не, я с русского на английский перевел. Так, если ты ввел специальный, естественно, он перейдет как special. А ты введи особый. Вот. Так, особый это ты говоришь, что так переводится. Мне это зачем? Ну, так ты переводи на английский. Окей. Custom. Ну, все-таки переведи special на русский. Ладно, ладно, ладно. Специальное. Ну, это кривой перевод. Не, есть, конечно, варианты, там еще, да, куча вариантов в гугле, но основной идет специальное. Да не надо ничего подсказывать. Даже если пропущу пару штук, вообще ничего страшного, тут завалить. Ты не нужный, Инферно. Из тебя... плохой советчик на этом стриме. Я, естественно, играл довольно давно последний раз, так что возможно, что я даже некоторые эти Special Stages из-за фейли там. То есть не только тот, про который я говорил, но и какие-нибудь еще. Ну фиг его знает, я не помню уже. Так, это второй, да, уже? Да, это второй. Заканчивается. Не, почему заканчивается? Только вторая звонок ранит. Я бы... Ну ладно, ладно. Задержка много. Много недопониманий за нее.
Мне два кольца не хватает. Ну это правда с учетом, что Тейлз не будет их терять. Так что я лучше соберу побольше. Вот он и потерял. Так, еще раз, да? Да. Лол. А, лол. А, вот и ты потерял. Блин, и Тейлз меня перепрыгнул, гад. Это очень опасная ситуация, когда Тейлз тебя перепрыгивает. Ну ты все равно, да, взял челлендж? Да, взял, да. Нормально. Да разве второй можно не взять? Поверь, можно. И много-много раз. Так, я не помню на этом уровне, где еще есть, где нет. Подсказывать не надо. Я имею в виду из чата. Горит там, может... Не можно. Ну, то, что ты как бы со мной же, можно сказать, играешь, ну так вот, формально. А, ну окей. Да, тут они ближе к концу, по-моему. Да, по-моему, на этом уровне больше нет, что-то я не помню. А, не, их три. И уже ближе к концу еще один челлендж будет. Вон Тор подсказывает, он там. А, точно, этот же, ну да. Я забыл про него. Ну да, он там, да, и ты понял. Ну вот же, да, Тор говорит, он там, он. Где там? Вот, Тор правильно подсказал. А, окей. Задержка, понимаешь, задержка, ты учитывай ее тоже. Что там Инферно пишет? А, это он не мне пишет, ну ладно. Да. Ай, Костебрак вернулся. Мы тебя ждали, сладкий. Что ж, усаживайся поудобнее, что ж ты. Что, Костебрак, это уже второй запуск, я прошел без смертей. Теперь я Суперсоника собираю. Что за фигня? Я, по-моему, колец не дособираю сейчас. Не, вот третий спешл я еще не видел. Не из таких, да ладно, Костебрак. Все так говорят. Ты этот не видел уже, да? И остальные не видел? Не видел, только второй видел, и все. Третий не удавалось. Ну вообще, я скажу так, здесь кольца надо собирать так, чтобы тебе было уже не важно, сколько там Тейлз собрал, и потерял ли он что-то или нет. Здесь можно в одиночку все собрать. На, окей. У меня Тейлз там выполнял просто 50% работы. 50% ну, значит, работы. Это говорит о том, что ты плохо играл. Ну, разумеется, я плохо играл. Бесспорный факт. Потому что Тейлза же можно отключить вообще. Или играть, наоборот, Тейлзом без Соника. И, естественно, ты можно собрать все кристаллы. Ну, я пробовал как-то Тейлза отключать и залезать в челлендж. Я, по-моему, даже первый не смог собрать. Что, я собрал? Чуть не обратил внимание. Нет, ты, по-моему... Ну, не знаю. Вроде да. Да. А, нет, Инферно, не дошел. А, все, на этом уровне нет, да, больше? Ну ладно тогда. Ну можешь в конце там типа. Не, нету тут. Это на боссе там будет. Ну, в смысле, на втором. Тут-то нет. Ну смотри, только. А, нет, ты правда. Ну ладно, три кристалла за первый акт собрали, сойдет. Так, а еще сколько надо? Еще 4, да? Да. Окей. Не, стоп, их всего. Да, 7. А, сейчас еще, да, считай, 3 чека есть. Ну, я, ну не знаю, мне кажется, вряд ли с первого раза все соберу, но ничего, какая разница. Не обязательно же на первом уровне все собирать. Ну, было бы неплохо. А, у тебя дети дома есть? Да, печально. Это кошка. А, это кошка? А, ну понятно. Нифига себе у тебя кошка, слушай, что с ней не так? Ну, я бы тебе сказал, что с ней не так. Она ошпаренная. Понятно. Да, понял, что такое? Я могу на жалкую платформу запрыгнуть. А, в этом акте 5 столбов, так что, скорее всего, у тебя получится. Так, а кто сказал, что я даже с двух раз соберу там один из изумрудов, который мне очень не нравится?
А, ну я говорю, если не будешь лажать-то. Ну, если. Но этот должен пройти. Кстати, если Инет будет нормально работать, Тор подумает о вечерних стримах. Ну, ладно, нормально. Ладно. Вообще от души. Что за фигня? Что-то я мало собрал. Ты, кстати, пропустил один чекпоинт. Да я... Чекпоинт пропустил уже? Ну, ай, фиг с ним. А тут фишка в том, что предыдущий нельзя взять, если я собрал этот уже. А, нифига себе. Да, то есть он считается уже взятым. Ну, типа, чтобы ты не мог засейвиться более, ну, на раннем этапе уровня, который ты уже, по идее, прошел. Ну, понятно, понятно. Это как бы для нас сделали, чтобы меньше путаницы было. Ну да, ну игра же для детей, в принципе. Не говори. Забыл. И опять Тейлз впереди, вот какая, да? Придется его тащить. Иначе я не соберу 150, если он сейчас потеряет, по-моему. Потому что он же впереди меня теряет. Ну вот, сейчас. Ну, вы поняли. Так дело не пойдет. Одно? А, нормально. Ну что ж, 4 собрано, еще дело за малым-то осталось. Как бог замекрил. Я, кстати, Тор сказал. На заметку. Да я прочитал. Окей. Блин, а без музыки как-то не так. Может, если я как бы свою включу, ахтини. По идее, ты мог бы это сетевую игру включить, и тогда бы у тебя вообще было в реальном времени, но есть шанс, что она собьется. Подожди, а если ты сейчас жизнь одну сольешь? Ну... А, нет, тебя на чекпоинт кинет, окей. А если геймовер будет, то челленджи сольются? Ну, если полный, то да, если... А если continue, не полный? Если continue, не. А, то есть ты можешь, в принципе... Ух, тебе зачем, да, это? Вот это тот просто самый, который я буду сейчас крабить, скорее всего. О, я пропустил, ну все, я, по-моему, уже не соберу. Это, по-моему, один из самых сложных, как ни странно. Так, ну вот это вот разделение времени, офигеть. Времени? И меня в голове никак не укладывается. Я, видимо, скорее гуманитарий, чем технарь. Видимо, в этом дело. Стоп, я что, уровень перепутал? Не, по-моему, сейчас, да, 200 колец или сколько надо? Да, 200 надо, то есть еще 81. Я скажу, это довольно печально. А я думал, каждое задание это сбрасывается. Нет. Там кольца и начальные считаются. Походу, Тейлз затащил. Потому что вроде есть шанс собрать. Фью, собрал, тут вроде бомбочек больше не будет. Да, затащил, это Тейлз затащил, реально. Я же говорил, Тейлз просто сладкий. Угу. Посмотри свой стрим и на каждый фейспалм. Ставь себе сам, на-на-на-на-на, скука. Сейчас я вернусь.
стоп, я же колец-то не собрал. Что-то я разбежался уже. Так, ну ты только что ж пятый, да, собрал, если не ошибаюсь? По-моему, да. Ну все, осталось дело за малым, да? И самый тяжелый челлендж ты прошел. Группу 2, самый тяжелый прошел. И все нормально. Вроде еще не путь. Да тот был точно. Для меня отлично самый тяжелый. Ну все, дело за малым, в принципе. Да, есть шанс даже. Стоп, или этот все-таки? Блин, вот не помню. Ну сейчас посмотрим, короче. Не, по-моему, все же тот. А все так же, да, 80 колец не увеличивается? Нет, количество? Увеличивается вроде. На первом было 60, по-моему. Вообще по-разному, короче. Ай да, потом на скорости он предлагает тебе то. Не, на скорость вряд ли получится. Ну, в смысле, что такое на скорость? За 10 минут? Не, не выйдет. Так, то 40. Так, а что за оформление-то, собственно, не сделал на этот? Какое? На СК2, когда, получается, в самом списке стримов у тебя нету картинки, пикче. А, что-то забыл. Да что ты повесил? Завлекать ты должен зрителя, ты... Да меня несколько зрителей смотрят постоянно и нормально. А ты пикчу не ставишь. Ну ладно. А и, им вообще нужна эта пикчу, если они и так в избранном виде, что... Ну ладно, да. В принципе, ты прав. Просто мне нечего туда поставить особо. Я как-то с точки зрения дизайна вообще не очень. Ну, не дизайнер. А, ты по образованию технарь, да? Да. Ну я как бы тоже технарь, по идее. Это автомобилестроение. Это же все техника. Да, но... я программист. Ну я, видимо, ошибся с выбором профессии. Ну, не критично, вообще пофигу. Блин. Что там дальше будет? Не собрал. А, Тор! А, не собрал, нифига себе. А все мы технари, ребята. Кроме меня. Так, ну... Ну, в принципе, с такими этими темпами ты довольно легко их соберешь, так что... Я же тебе говорил, что я их соберу. Просто не на первом уровне. Сейчас еще одна попытка у меня будет, и все на этом уровне. Да, ты не технарь, ты дно. Посмотри, какой Тор у нас. Траль. Видимо, хочет меня разозлить. Окей. Но у тебя этого не получится. Не в этой жизни, Тор. Ты слишком скудоум, Тор, чтобы разозлить меня. Так что так, нет, я чуть-чуть сосредоточусь тогда, раз мне проблемы доставил этот уровень. А я тебе не мешаю, в общем, когда ты сосредотачиваешься? Ну, ко мне если не обращаешься, это, в принципе... А, ну все нормально, так. Толстый тролль. Самый толстый на свете. Пухлый тролль, я бы даже сказал. Окей. Твои попытки затралить настолько пухлые, что... Что единственный выход суицид Тор. Да, я опять повторюсь. Так, ну смотри, ты себе прям... Ладно, не буду. Два кольца собрал. Ох. Так, сейчас затащу пека-пека. Стрим от Торов пека-пека. О нет, я слил 1000 жизней больше пека-пека. Это все Тор. Да что такое, я пропускаю эти, забываю все время, где они идут. А, суицид не с твоей стороны уже будет убийство. Если ты хочешь сам. Потому что в моем случае не получится. Так, мне 220 надо собрать. Так.
И напряженный момент. Удар. Гол. Не, пока еще не гол. Что ты мне еще скажешь, Тор? А? 5 колец осталось. Собрал. После его позорных стримов. Окей, Инферно, окей, окей. Я это запомню. Все, я собрал. Просто не умеешь его готовить. Ты о чем готовить? В смысле готовить? Короче, остался один изичный кристалл и все. Там он, правда, такой, ну, типа затраливает игрока в конце. Ну, ну не спойлери тогда, ладно. Ты меня удивил. На всякий случай колечко соберу, то мало ли что там бывает на боссе всякое, даже на таком. Ну, случайно там рука дернется, не туда прыгнуть, все такое. Ну, хотя сейчас же нету челленджа без смертей, так просто, именно Суперсоник. В смысле его готовить? Ты о чем, Тор? Я не понял. Уже 9 жизней там. Ну, за босса, да, очей там дают просто кучу. Что обычно после убийства босса твои жизни собираются. Так, где водичка-то моя? У меня тут сок грейпфрутовый. Кстати, сейчас попью, секундочку. А, ну его нафиг, грейпфрут это... Ну какой есть. А, кстати, если ты Суперсоника соберешь, то ты до конца, да, им будешь не какое-то количество левелов, а вталово как бы. Да могу пробежать еще раз. Ну то есть до конца, да. А концовка будет отличаться? Да, немножко. Незначительно, в принципе. Ну... А, 12 часов у меня на часах. Ну, не знаю. У меня... Ну, скорее всего, у меня 10. Ну, тебе, да, везет. Ну, вообще, время вообще такая штука, ужас просто. Кто ее придумал? Нет данных. Так, ну нет, скорее всего, ладно. Думаю, там не сильно, да, концовка отличается? Ну так. Ну, блин, ну ты видишь. Ай, ладно, ладно, так уж и быть. Да лол, я сейчас, когда Суперсоника соберу, я до этой концовки добегу, вообще чихнуть не успеешь. Тор, стейдж. Сбор кристаллов, это звучит так хардкорно, что... А, что я делаю, вот же. Чуть не убежал. Подожди, Торга, какой там... Не, подожди, какие бонусы вообще? Нет, ни в коем случае. Классическое прохождение игры на уровне краба и все, никакие... Спешл... Ой, что я делаю? О, я закрабил там, всё. Что такое? Короче, о, еще закрабил. Да, Инферно, он явно шутит. Видимо, он перепутал меня с кем-то или что. Тут Нина, тут один, только я. Так что, наверное, ко мне обращался. Окей. Короче, я даже не собрал. А, или собрал. А, еще Тейлс там помог. В кавычках. Медвежья услуга от любимого Тейлза. Ложанул. Безусловно. Не надо было называть это изичем. Ну, я же забыл, просто давно не играл. Раньше-то прям наизусть вспомнил, а сейчас уж не помню, где там что летит. Ну и ничего страшного вообще абсолютно. А, Костебрак скучает, видимо. А, он расстроился по поводу твоего... А, твоей ошибки. Да? Да ладно. Сейчас на втором акте, наверное, соберем. Тор, да и видишь ли, ну ты не такой уж искусный тролль, чтобы у тебя это получилось-то. Да и я не Гитман.
А, про какой вектор уровень говорите, что я не понял. Про А, в третьем со... Истаковскую. Понял, понял. Нет, ты же с Соником играешь, значит ты обязан туда попасть, потому что без этого вообще не раскрывается. Я из Днищестана, в общем, Костивраг. Днищестан, улица Крабовая. То есть ты намекаешь? Нет, то равно ничего не намекает, не. Про то, что ты про никто не намекает никогда. Да ладно, он же там даже некоторые игры без смертей затащил. А серьезно из Астаны? Астаны. Да вот, там Super Spy Hunter там без смертей затащил вроде. Еще какую-то. А, Comic Zone он спидраном затащил. Для меня было вообще удивление. Я вообще не могу Comic Zone пройти без читов. Слишком сложно. Даже я прошел комик-зон без читов. Офигеть. Ну, я, в принципе, не пробовал последние 10 лет, но в детстве не мог. Это под Уралом? Подожди-ка, под каким Уралом? Завязывай, это в центре Казахстана это находится. Ну, Казахстан под Уралом, в принципе. А, ну хотя да. Да, география это тоже не мое вообще, это нищего во всех смыслах. Так что не стоит удивляться тому, что я не знаю географию своей любимой страны. А, кстати, Ну. таракан придет. О, что это было только что? Кстати, давненько не видел тараканов, не вымерли, да, уже, по-моему? Каких тараканов? Это стримеры так зовут или что? Да. Не, у обычных тараканов, разумеется. А, животных? Не. Животных, да, насекомых. Ну, насекомые тоже животные. Да ладно. А, да, точно. Не, я видел, когда он в российский был у друга. У них почему-то водится. Вот, и сейчас, смотри, будет Трололо. Давай. Попробуй собери, называется. И еще вот эти повороты. А, еще и Тео залазил, смотри. 8 корец слева. Смотри, эти внезапные вырезы из поворотов. Шар бомбочек этих, они вообще жесткие. Ух, успел. Лол. Жесть, 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 жесть. Сколько там мне осталось? По-моему, я собрал, да? Одно колечко тебе не хватило. А, все, уже нормально. Ну все. Ну давай, давай. Удар и гол. Видишь, Sonic has all the Halcyon Emeralds. Now Sonic can change into Super Sonic. Осталось 50 колец собрать. Только с Суперсоником очень много багов раскрывается в игре. Постоянно нелепые смерти, проваливание в текстуры. Ой, жесть, все только нету. Да. На Метрополисе вообще кошмар, головная боль. Постоянно на этих лифтах вылетает куда-то, жесть просто. А я думал, то и скин изменится за его Суперсоника, там Ну, какой-нибудь желтый станет. так я же еще не стал Суперсоником, 50 колец надо. И подпрыгнуть. А. Вот уже 50 есть, осталось подпрыгнуть. Понятно. Сейчас я не буду прыгать, пока не спущусь. Потому что когда суперсоник, то тратится кольца, одно кольцо в секунду. И когда ноль будет, то он опять обычного Соника превратится. А потом снова 50 собираешь, да, и Да. нормально. Вот, видишь? Нифига себе. Я проскочил. Ну, Тейлс, молодец. Он очень скользкий в управлении, это просто жесть. А если умрешь им? Вот тоже баг. В
Причем, если это сделать на обычном уровне, где он должен за экран убегать, то все, перезагружай консоль. Так вот, интересно, а смогу ли я со скайпом стримить? Там вроде нисходящий-то не сильно, да, тратится? Или как раз таки нет? Ну, на отправку голоса. А, ну там, наверное, килобайт 200 будет собирать. Нет, у скайпа, по-моему... Килобит. По-моему, 32 у него по умолчанию. Хотя сейчас-то уже улучшили качество. Ну, не знаю, но там немного, в принципе. Уже 32 килобит. 250 килобит. У него вроде минимальное, вроде бы минимальное ограничение 32, насколько я понял. Ну раньше столько было, по крайней мере. А, ну там такие качества-то будет тоже. Ну да. Ну вот смотри, как суперсоник все пролетается вообще на пофиг. А он неуязвимый? Да. Ну и придавить. Но... А, жесть. Приехали. Фейспалмы в чат. Вот то, о чем я говорил. Видишь, он же должен убежать, но он не может, потому что он в суперсоника превратился. А, он застрял, нифига себе. Он хочет убежать, но превратился в суперсоника. И все, ничего не сделаешь, только перезагружать. Ох, нифига. Все, на этом стрим заканчивается, наверное. Или что, еще первого Соника пройти? Не, ну... Не, пожалуй, я пойду третьего стримить. Давай, я сейчас приду то смотреть. Окей. Ну все-то, на этом стрим заканчивается. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока. Всем пока, Тор, убей себя.